Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Налоговики наказывают торговцев на рынках из-за отсутствия касс. Это проект ФНС по обелению розничной рыночной торговли. По рынкам и другим торговым объектам проводятся рейды. В Кирове выявлено 45 фактов нарушения закона, которые запрещают расчеты без касс, если продавец имеет отдельный павильон, киоск, магазин или другое торговое место, обеспечивающее сохранность его товара. Также после рейдов 80 продавцов открыли ИП-210, зарегистрировали контрольно-кассовую технику. В отношении 37 предпринимателей, которые проигнорировали закон, вынесено административное предупреждение, а далее их ждут штрафы от 10 тысяч для ИП и от 30 для организаций. Программа «Экономика». 280 миллионов рублей сэкономила Кировская область на обслуживание госдолга. Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета в 2020 году, который был представлен правительству на этой неделе. Регион весь год воздерживался от заимствований, и в итоге, что в начале года, что в конце, объем госдолга составлял 24 миллиарда 300 миллионов. По данным на 1 апреля 2021 года, он тоже не изменился. Сэкономить на обслуживании удалось благодаря тому, что Кировской области предоставили 3 миллиарда рублей в качестве бюджетного кредита. Это позволило сократить на такую сумму банковские кредиты, взятые по более высоким ставкам. Экономика на 101 FM. У «Авитека» появится уличная выставка военной техники. Об этом рассказал гендиректор предприятия Александр Иванов на встрече с руководителями города. Образцы техники разместят там, где сейчас автостоянка. А для автомобилей будет оборудовано пространство на территории, прилегающей к заводу с северной стороны. Кроме того, предприятие собирается поставить два остановочных павильона перед центральной проходной. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 74.38, курс евро 90 рублей 15 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.